Мы не имеем права разделять наших соперников на больших и маленьких. Каждый игрок хочет сыграть еще раз такими грандами. И это возможно только если мы пойдем в группу и выйдем из группы. Все спортивные команды с Балкан конкурентоспособны. Волейбол, баскетбол, гандбол, футбол. И спортсмены с Балкан успешно выступают в самых сильных чемпионатах. Уже на этом основании к сопернику нужно отнестись очень серьезно. У нас уже большой опыт, и у нас нет такого шапкозакидательского отношения к командам. Плюс наш главный тренер никогда не дает расслабиться. Поэтому, думаю, проблем с этим не будет. И я думаю, что все хотят попасть в группу Лиги Европы, потому что мы неудачно выступили в чемпионате России. Да, и через квалификацию сейчас будем пытаться попасть в Лигу Европы, потому что там команда будет... Ну, там, сами знаете, нам попадались в группе Интер, и потом играли и с Челси, и с Атлетико. Поэтому думаю, что не будет ничего такого. Мы должны выйти полностью готовыми к игре и выполнить задачу выхода в следующую стадию. В этом смысле разницы нет. Барселона это или Ягодина. Кто бы ни был нашим соперником, надо его прежде всего уважать. Если мы не будем этого делать, то это сразу скажется на результате. Но хочу вас заверить, у нас нет проблем с мотивацией.